Пиар-директора ресторана «Дом» Александра Астахова отправим на самую модную премьеру сезона. Дело даже не в том, что цветастые костюмы к этой постановке пошил Игорь Чепурин. Специально для большого спектакль «Creation 2010» поставил главный хореографический хулиган Европы Анжелен Прельжакаш. И этой постановкой российский театр «Тяжеловес» открывает сезон. На театральную площадь съедутся олигархи и сотрудники администрации президента, а солисты «Большого» пополам с французами спляшут им актуально «Не пойми что». Кажется, это и называется революцией. Юристу Евгению Еремкину предлагаем взяться за дело, не имеющее никакого отношения к юриспруденции. «Темные силы всегда вне закона». Фильм «Последнее изгнание дьявола» о потомственном экзорцисте, который давно считает себя скорее успешным психоаналитиком. Решив завязать со старомодной профессией, на последний сеанс он приглашает с собой телевизионщиков и, естественно, сталкивается с дьяволом, который быстро организует съемочной группе документальный хит, а нам с вами качественно псевдодокументальный хоррор. Организаторов фестиваля электронной музыки «Микс» Алексея Щербину и Веронику Каганович приглашаем на концерт музыки совсем не электронной. Спустя 2 года отдыха на столичную сцену возвращается «Земфира». Поскольку никакого нового альбома пока не существует, главная девушка отечественной рок-сцены, видимо, сыграет набор из старых проверенных хитов. А что может быть слаще для утомленной ее молчанием аудитории?